Программа переселения граждан из аварийного жилфонда в республике выполнена на 87%. Завтра завершается первый этап программы, в который вошли ветхие дома, признанные таковыми до 2012 года. В целом, на сегодняшний день 14 регионов полностью завершили расселение. В 49 темп реализации вызывает сомнения в своевременном завершении. Якутия выполнит обязательства до конца ноября текущего года. Между тем, Минстрой региона уже начал формировать реестр аварийного жилфонда, признанного таковым после 2012 года. Федеральная программа будет продолжена лишь в 2019 году, ну а Якутия за счет средств республиканского бюджета продолжит работу и в следующем году. У нас республика имеет самый такой большой объем вот аварийного жилищного фонда, и в программу мы включились с таким очень большим объемом 491 тысяча квадратных метров. Еще побольше, значит, 500 тысяч квадратных метров – это Иркутской области, но хочу сказать, в Иркутской области процент выполнения программы гораздо ниже, чем у нас.